В общем, всем привет, это экспресс-обзор, и сегодня, ну, как бы первая такая серия, первый экспресс-обзор. Сегодня мы посмотрим на два замечательных фонарика, которые были куплены на сайте AliExpress. Фонарики идут для велосипеда, для тех, кто любит покатушки, так сказать, на велосипеде, для велоспорта, может быть, кому-то. Один фонарик у нас идет заднегабаритный, а второй уже, который ставится спереди. Так, ну что ж, давайте приступим. Сейчас перед вами, конечно, упаковочки, в которой он пришел, нету, так как уже фонарик опробован, так сказать, его уже объездили. И перед вами передний фонарик, который ставится, так сказать, под рулем, на руль, кому как удобно. То есть вот так он выглядит, собственно, в пакетике. Пакетик, да, остался от него. И давайте, вот мы его даже запаковали. Сразу хотелось бы уточнить, фонарик заказывал не я, фонарик заказывал один хороший человек, хороший друг. Вот, собственно, перед вами сам агрегат, так сказать, фонарик, передний фонарик, как я уже говорил. Ну, скажем так, качество у него довольно-таки, ну, хорошее, можно сказать. Он прорезиненный, то есть влага, по идее, не должна в него попадать, проникать. Ну, все мы знаем китайские товары, все мы в них уверены. Фонарик двухдиодный, то есть вы видите справа и слева два диода. Кнопка включения идет посередине. Батарейки. Он питается от батарейки типа таблетка. И, как написано на сайте производителя, по-моему, гарантия на действие батарейки месяц. В дальнейшем ее нужно заменять. Собственно, мы сейчас выключим свет. Вот, даже немножко приглушив его. И включим. Вот, пожалуйста. Вот, есть такой. То есть у нас здесь есть еще выбор, как мы поставим. Можно постоянку включить. Ну, сразу хочу сказать, света от него не очень много. То есть дорогу вы себе полностью не осветите. Но вас будут видеть, то, что вы едете. Ну и, собственно, все получается. Раз, два, три. И на четвертый мы выключаем. Вот такой вот замечательный девайс. Был куплен за $2, ныне, по-моему, это у нас 550 где-то тенге, ну, примерно, около 500-550, в рублях это около 130-135, если я не ошибаюсь. Можете заказывать. А, кстати, еще всем любителям покатушек, велопокатушек в Шымкенте, да, у нас в городе они дорогие, он стоит 1500. Так что сами решайте, заказывать ли вам из Китая его, либо ехать и покупать здесь. В общем, вот такой маленький, небольшой обзор переднего фонарика. И сейчас мы с вами перейдем к заднему фонарику, так сказать. Перед нами появляется вот такой вот девайс. Четкость, надеюсь, вам видно. Да? Видно. Так, в принципе, он... Сперва поговорим о том, из чего он сделан, да? Он сделан из алюминия. Из алюминия. Мы видим один красный диод. И это у нас сразу идет кнопка. Так, включим мы его немножко попозже. Так, сразу говорю, вот это у нас крепление идет, тоже удобное. Видите, также можно, в принципе, не обязательно, как я уже говорил, вешать вперед, назад, как вам удобно, куда вам удобно, куда вы хотите все габариты прилепить, туда и лепите. Самое главное, чтобы это было удобно. Батарейка у него заменяется уже полегче, нежели предыдущем. То есть вот мы видим батарейка типа таблетка, уже поюзанная. Так как я уже говорил, мы их юзаем. И это все заменяется. Так, ну что ж сказать, данный диод, фонарик, габарит
стоит тоже около $2. Заказывался он немного ранее, так, чем предыдущий девайс. И юзался уже около недель двух примерно. И в принципе, ну вы видите, пыль немножко появилась, но он себя оправдал. Как я уже сказал, стоит $2 на сайте AliExpress. У нас же в городе Шымкент он стоит около 1000 тенге. Ну, собственно, осталось проверить и показать, как он работает. Так, ну что ж, свет мы понизили, были небольшие технические неполадки. И давайте все же посмотрим. Так, запускаем. И он у нас просто горит, то есть не мигает, ничего не делает, да? Запускаем еще раз, и у нас пошел сигнал SOS. Все. Ну, то есть он мигает, и нас прекрасно видно. Люди замечают что-то мигающее. Нажимаем еще раз, то есть уже более продолжительные идут. Мигание, моргание фонариком. И на четвертый раз мы его выключаем. Собственно, вот такой вот девайс. И вот такой вот девайс. Можете приобрести их на Алиэкспрессе, в общем, всего за $4. Я думаю, это не такая большая цена, нежели купить за $4 один фонарик у нас в Шымкенте за 1000-1500 тенге. Либо заказать и подождать 25-30 дней, может быть, даже меньше, когда как. Но получить свой товар подешевле. Ну, что ж хотел сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Будут еще обзоры, будут еще интересные видео. Всем пока!